Английская торговая сеть Tesco, активно работающая по доставке продуктов на дом, подумала, а почему бы не напомнить авиапассажирам, что их дома ждут пустые холодильники, и установила в аэропорту Гэтвик виртуальные супермаркеты. Это стенды с экраном, на которых пользователи видят определенный ассортимент. Через специальное приложение на смартфоне покупатель сканирует нужные штрих-коды, указывает количество продуктов, адрес и время доставки. Если не забыть оплатить заказ, то курьер привезет его в назначенное время. Thank you.